часть этой деятельности развития разума называется поиск веры и высшего смысла жизни. Каждый человек должен понять, что если у него нет веры, то успешным он в жизни не сможет быть. Потому что успех зависит во всех делах от энтузиазма, а энтузиазм идет от веры. Вот человек, допустим, построил русло реки, сделал плотину, все как бы сделал, воды нет. Будет толк от этого всего? Нет. Мы не знаем, что вода, вот сама вода, берется от веры. Если человек ни во что не верит, у него нет энтузиазма жить. Он может и хочет там зарабатывать деньги, там, чтобы у него все было классно в жизни, но силы нету. А сила берется от веры. Нет веры, нет силы. Приведу пример. Допустим, вы решили построить дом себе. Что вам нужно для того, чтобы построить дом? Кто-то говорит, деньги, конечно. Это факт. Но если вы видите, как сосед строит дом практически без денег, он копеечки собирает и строит, и вам говорит, слушай, а я-то уже почти первый этаж построил. Каждый день встречаете его, он вам это говорит, он передает вам свою веру. Вы думаете, да я что, левый что ли? Я тоже построил. Начинаете экономить, то есть вера передалась, что дальше происходит. Вы едете, и рядом у вас с соседом, рядом дом. И вы тоже пытаетесь, как он там, где-то глину смешали, кирпич сделали, где-то то, все, и пошел дом расти потихоньку, и строите. Это что такое? Что происходит? Откуда вы энергию берете для строительства? От соседа. А сосед откуда взял? Еще от кого-то. Эта энергия передается от одного человека к другому. Эта передача энергии называется инициация. Сосед вас инициировал в то, как строить дом. Я вам серьезно говорю, я не шучу. У меня есть один человек, который имеет эту силу. Он живет у нас недалеко, там, в поселении. И он строит дома из нуля просто. Из нуля. Ну, вот просто денег нет. Люди приезжают к нему. И он показывает им чистом поле места. И говорит, сейчас здесь будем строить вам дом. Берет, короче, навоз с глиной, смешивает солому туда. И понеслась там. Где-то доски добыли, разрезали их там. Все вручную просто. Через лето проходит, и там уже дом стоит, понимаете? Ну, то есть не один человек, там несколько человек, но небольшой домик. Но он говорит, вот смотрите, видите, да, это все мы сделали сами. Едьте себе домой и сделайте то же самое. Он их инициирует в веру, понимаете, что я дом себе построю. Ведь это куча денег надо, там куча зарабатывать. А тут вообще просто голыми руками, без всяких денег, пошел летом, чисто поле, там земля есть, если своя, взял, построил, все. Кто-то в это не верит, поднимите руку. Ну, честно. Дом какой? Дом, сейчас скажу, какой. Вот заходишь, свежесть, хорошо там, понимаете, классно. Как будто на природе оказался. Такой классный дом. Вот очень хорошо. Маленький. Маленький домик, небольшой. Но если хочешь, можешь и больше сделать. 4 лета так потрудись, и будет большой. Ты же и так трудишься 20 лет в ипотеку. Паши как и шаг. Так попаши всего 4 лета. И без всяких денег построишься, ну, чуть-чуть там денег используется, немножко. Ну, какие-то вещи. Вы не верите и правильно, потому что вы не видели. Это можно поверить, если ты видел это все. Я говорю про инициацию сейчас. Мы вообще не про дом говорим, мы говорим про инициацию. Если вы не верите, что дом можно голыми руками построить, тогда как вы поверите, что можно с помощью молитвы победить судьбу свою целую? Это судьбу же, это не дом построил. Это еще гораздо тяжелее. В 1000 раз. Поэтому, пока человек не получит контакта с тем, кто это делает, никаких шансов понять нет. Нет шансов понять. И когда человек посвящает свою жизнь вот этой идеей, я хочу найти святость.
Я хочу найти тех людей, кто высший смысл жизни поставили свои цели. Не просто дом построить, не просто там еще что-то развиться как бизнесмен, а что-то очень высокое отношение с Богом. Чем выше смысл жизни, тем больше он покрывает все остальные смыслы. В Ведах есть такая притча. Хотите верить, верите. Веды говорят, что если человек находит и начинает жить рядом с большим водоемом, но ему нужны какие-то нужды, которые удовлетворяют маленький колодец. Попить, допустим, водички взять, на котелок там, приготовить еды, там полить огород там, и так далее. Если человек поселяется рядом с большим водоемом, все нужды всех маленьких водоемов он удовлетворит автоматически. Точно так же в Бхагавад-гите написано, точно так же, когда человек живет ради высшей цели жизни, все остальные цели в его жизни будут удовлетворены. Это закон. Чем выше энергии, которой мы пользуемся, тем больше возможностей у нее есть. Вот так это уже можно объяснить по-нашему. Если вы этому закону следуете, ищите свою веру. Найдете свою веру, сможете решить все вопросы судьбы гораздо легче, чем раньше. Можно это также объяснять и с помощью просто методологии отношений в социуме. Люди верующие, они очень близко друг к другу строят отношения. У них отношения, как в семье. И представьте, допустим, в вашей вере есть очень богатый и влиятельный человек, а вы одной веры с ним. И вы подходите к нему и говорите, слушай, я с тобой одной верой, помоги мне, у меня нет работы. А он влиятельный человек, он ему вот так вот, понимаете? Он, ну иди ко мне на заводы, работай, нет проблем. Ты же мне как брат. И все, ты уже имеешь работу, понимаете? В этой среде вопросы такие решаются гораздо легче. У меня есть одна девушка, которая просто, у нее гороскоп так построен, но не может она выйти замуж. Я с ней разобщался несколько раз. Она у нее просто психики не запрограммирована улыбаться и знакомиться. Она не может себе привлекать людей. Отличнейшая девушка, хороший человек. Привлекать людей к себе не может. Она находится в этой среде духовной, в которой я живу. У меня 70 человек в подчинении, там они все трудятся. Живут для Бога. И я подумал, я ее выдам замуж обязательно. 100%. Я себе поставил такую цель. И нашел одного парня, который тоже в гороскопе. Вариантов нет, что он сам не знакомится. Я начал с ним разговаривать, еще там один очень такой серьезный человек, возвышенный. Начали с ним общаться, сначала с ним. И говорим, ты знаешь, уже пришло время, тебе, мне кажется, надо уже жениться. Он говорит, может, рановато? Нет, уже пора. Вот. И так мы с ним говорили недельки две. Говорили. Потом он говорит, ну, я, говорит, не могу себе найти никого. Вот если вы скажете, что мне надо взять кого-то, я буду слушать вас. Ну, хорошо, мы подумаем. Смотрели гороскопы, смотрим, все нормально. Говорим, надо взять вот эту девушку. А девушке говорим, тебе надо посмотреть на этого парня. Он такой интересуется. Она говорит, ну я не знаю, я боюсь. Не, гороскоп же плохой. Мы говорим, никаких страхов. Все должно быть серьезно. Мы же о тебе заботимся. И ему то же самое говорим. Сейчас создается великолепная семья. У них была только одна трудность познакомиться. Когда они познакомились, они уже теперь не расстанутся. Никогда. Потому что они ценят, что другого шанса нет. Так создаются семьи из нуля, потому что есть хорошая судьба. Это общество людей, которые идут к Богу вместе. Есть три типа людей. Есть люди, которые живут в невежестве. Они сотканы из одной депрессии или из одной наркомании. Они сотканы из криминала. Они сотканы из грубых слов. Они сотканы из вредных привычек. Они сотканы другими словами из густого и из веры. Они не верят в счастье и в судьбу, поэтому они так живут. Женщины счастливы, депрессируют, мужчины пьют. Все занимаются развратом.
Кто-то в криминале находится, кто-то в тюрьме там, и так далее. Это невежество. Слово невежество означает густой атеизм. Следующий слой жизни – это люди, которые живут трудом. Они одинокие все, потому что в деловых отношениях любви нет. Эти люди живут трудом, они добиваются своими силами себе средства на жизнь тяжелым трудом, как бы для них смысл жизни – это достаток, возможность как-то выжить в этом мире. Эти люди имеют веры побольше, но все равно мало. Следующий этот слой называется страсть. Первый был невежество, второй – страсть. Третий слой – это люди, которые тоже трудятся, точно так же они живут, но у них гораздо проще. Они живут большой семьей, они живут в молитве, у них хорошие качества характера, у них хорошие друзья, хорошие отношения, хорошие возможности в жизни. И много уже не надо, потому что Бог дает простоту в жизни, способность жить малым и радоваться этому. Это люди благостные. Эти благостные люди – это единственное, ведро говорится, что чего достоин человек. Человек не должен жить только одной работой, человек не должен жить в депрессии. Он должен жить большой верующей семье, в которой есть любовь, доверие, счастье. Это единственное, чего достоин человек. Все остальное приходит само в результате такой жизни. Пожалуйста, нужно стремиться к такой жизни. У нас уже практически не осталось времени. Я буду продолжать дальше по тем темам, которые указаны. Вот. Мы после развития разума дальше будет раскрытие своего предназначения, потом счастье в труде, развитие всей ответственности, взаимоотношения в коллективе. И семейные отношения дальше пойдут и так далее. Вас устраивает все в этой беседе? Все нормально? Потому что я немножко не успел. Сейчас у нас будет тренинг. Когда был в Киеве, там была очень обстановка такая. Люди хотели духовного знания. Эта страна попала под влияние жесткой судьбы. Организаторы, которые пригласили меня, я съехал в машине, с ними спросил: у вас есть знакомые, которые погибли? Они на меня посмотрели и сказали: уже есть. То есть уже есть у них люди, которые знакомые, которые погибли в войне. Или в результате влияния войны. Когда я приехал в Киев, там этот тренинг был очень востребован. И всю лекцию посвятил только молитве. Люди слушают необыкновенно, с большой концентрацией. В это время, когда человек попадает в тяжелую, тяжелейшую беду, его внутреннее понимание, что молитва – это главное в жизни, становится очень ясным и четким. У них нет никаких сомнений, что именно это выход. И поэтому этот тренинг мы проводили целых 3 часа. То есть мы повторяли, я желаю всем счастья, потом анализ проводили, потом еще раз и так далее, пока люди не были удовлетворены, что они понимают, что делать. У нас здесь сейчас всего 15 минут, этим посвятим времени. Но тем не менее, попытайтесь разобраться в этом во всем, изучайте это глубоко. Это самое главное в жизни. Это будет просто аналогия. То есть мы будем повторять: я желаю всем счастья. Потому что такое повторение является очень нужным для этого мира, очень востребованным. На этой земле жил очень возвышенный человек, который часто приезжал в Ригу, его звали доктор Ветров. Вот. И я знаю, что здесь в Риге много-много лет назад он провел такой тренинг. Люди собрались, по-моему, 2000 человек где-то собрались, и они повторяли на санскрите эту фразу «я желаю всем счастья». Повторяется «Салей Баванту Сукинана». И в это время провели исследование, оказалось, что в Риге в это время уменьшилось количество травм, несчастных случаев, аварий. Это документальный факт. То есть сделали научное исследование, показало, что в это время в Риге жизнь стала лучше в этих вопросах.